Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова все на проекте Мозин Холи Плей. Это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но в этом видео, пацаны, я вам покажу наши успехи за неделю игры на новом серваке. То есть я вам покажу семью, компанию, покажу то, что у меня на аккаунте там изменилось и так далее. То есть мне кажется, это будет полезное видео, потому что я планирую потом через месяц такое видео записать и через год. Я хочу вам своим примером показать, как я развиваюсь на новом серваке, что я делаю, как бы, что у нас там с компанией, что у нас с семьей там и так далее. То есть, мне кажется, это будет максимально интересно, поэтому поставьте лайк и, конечно же, подпишитесь на канал. Для того, чтобы вы тоже начали с кайфом играть на данном проекте, конечно же, вводите мой промокод, пишите /mm, седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, вам всего лишь нужно будет скачать уровень. А уровень скачать очень легко с помощью квестов, которые вы можете пройти в начале игры. Поэтому не тупите, вводите промокод и получайте свои бабки. Ну а я всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, я думаю, можно сначала начать с семьи. Конечно, здесь больших изменений не произошло. Особо ничего не поменялось. Но давайте я вам все равно это все покажу. То есть, сколько у нас человек в семье, давайте я вам это продемонстрирую. То есть, информация там и так далее. То есть, название семьи у нас как бы не поменялось. Я пока что не буду это делать. У нас в семье 120 человек. Как бы деньги есть, особняк есть. То есть, машины у нас тоже, конечно же, есть в особняке. То есть, мы их сразу купили. По автопарку у нас пока что ничего не поменялось. То есть, какие машины были, такие, в принципе, и остались. То есть, по автопарку у нас ничего не поменялось, и в ближайшее время меняться не будет. То есть, буквально прошла неделька, я думаю, смысла нету тачки менять, вы сами, думаю, это понимаете. Наборы мы в семью не делаем, мы только принимаем тех людей, которые к нам просят в семью, либо те, которых мы знаем. Либо я просто на стриме там принимаю вас, кто ко мне в семью просится. А так, наборы мы, в принципе, вообще не делаем. То есть, я не вижу пока что в этом никакого смысла. Насчет склада, пацаны, все у нас тут довольно-таки скромно. Склад, да, есть, пацаны, но как бы скромный такой складик, не особо большой, но в принципе уже есть, пацаны. То есть есть как бы что брать. Тем более сейчас здесь аптечки очень дорогие, и вместо аптечек я использую как бы наркотики. Намного выгоднее, в принципе, поэтому вот такие вот, пацаны, дела. То есть пока что с семьей больших изменений в принципе нету. Как все было, так в принципе все и осталось. Да и в принципе, ну, что здесь могло поменяться? Я думаю, ничего, вы сами понимаете. Ваучеры также понемножку копим. Мы их пока что тратим чисто на склад, потому что нам нужно сначала сделать хороший склад, а потом будем уже копить на улучшение семьи, там покупать разные плюшечки и так далее. Просто у нас пока что мало в семье людей, и копить ваучеры за ПД мы не можем. То есть пока что мы не можем составить конкуренцию, но я думаю, в будущем, там через месяц, можно будет что-нибудь попробовать. Мы забираем как бы ваучеры за ПД, но это происходит либо ночью, либо утром. То есть днем, либо вечером у нас это делать не получается. У нас не хватает людей. Но так, в целом, со семьей все хорошо. Кто желает, можете к нам приходить, буду вас принимать там и так далее. Итак, насчет компании у нас успехи намного просто лучше, чем с семьей, потому что, пацаны, реально мы очень хорошо занимаемся сейчас компанией, и у нас как бы все получается. Если что, пацаны, у нас компания находится в Роговичах, кто не в курсе, мы ее создали примерно неделю назад, я вам даже сейчас точно скажу, когда именно. То есть в компании у нас все как бы хорошо. Информация о компании, у нас уже 26 наград, пацаны. 26 наград, 16 миллионов в автобанке компании, эти бабки будут для тех, кто будет хорошо катать, и мы будем выдавать хорошие премии. То есть эти деньги мы как бы не трогаем, они просто копятся на банке компании. То есть у нас реально все очень хорошо. По автопарку, пацаны, у нас 10 магнумов, то есть реально есть все условия для того, чтобы вам было комфортно работать. То есть у нас 10 магнумов, давайте я вам покажу, сколько я в принципе накатал за все время. Компанию, получается, мы создали 14 числа, пацаны. То есть, ну, грубо говоря, неделя, потому что пока что мы состав набирали там туда-сюда. То есть за неделю, в принципе, у нас очень хорошие успехи. За все время накатал 905 тысяч, за сегодня я накатал 75 тысяч. Давайте я вам покажу еще, сколько накатали другие люди в нашей компании. То есть у нас реально все очень хорошо работают. Вот, допустим, Максим Адигамов накатал лям 500 уже почти. То есть реально он жестко катает. Нормально так накатал почти лям 500, пацаны. Это реально много. Также вот у нас есть Кентик Джессус. Он накатал тоже 1 миллион. То есть все у нас хорошо работают. Давайте я вам покажу еще, как наш заместитель работает. Вот наш зам, короче, тоже в компании. Накатал 700 тысяч. За сегодня почти
250 тысяч накатал. То есть, в принципе, все у нас хорошо работают. Да, есть, конечно, люди, которые плохо работают, но с такими мы, к сожалению, прощаемся. То есть, нам в такой компании нужны люди, которые будут постоянно работать. У нас, по сути, нету нормы, но просто, когда вас просят катать, когда нужен топ забрать, вы должны как бы работать, нам помогать там, туда-сюда. То есть, какой-то определенной прям нормы, в принципе, нету. Главное просто катать, как бы нормально там накатывать, в принципе, для себя и для компании. Но самое главное, это помогать просто забирать топы. Мы забрали топ 12 часов, то есть мы довольно-таки неплохо катаем. Да, не всегда получается забирать все награды каждый день, но мы как бы стараемся. То есть 2 там, тире 5 наград мы в день забираем. То есть мы реально стараемся, работаем, катаем туда-сюда. За все время наша компания сделала 8 тысяч рейсов. Я считаю, это очень даже хорошо. Прибыль компании составляет 8 миллионов. А если общая прибыль компании без комиссии, это 18 миллионов рублей. То есть в этом плане, пацаны, у нас в принципе все хорошо. Как бы мы катаем, работаем, зарабатываем и себе денег, как бы получаем награды за это там туда-сюда. То есть у нас реально, пацаны, очень хорошие условия в компании, поэтому кто желает, в принципе, можете приходить к нам работать. Давайте я вам также покажу статистику своего аккаунта, в принципе. Здесь как бы ничего интересного нету, но, возможно, кому-то будет это интересно. То есть мне на 02-м очень сильно нравится играть. То есть я еще ни разу не летел в Диморган за неделю. Я ни разу никого не написал жалобу, потому что здесь играют как бы адекватные, нормальные люди. Конечно же, попадаются неадекваты, без этого никак, как бы. Но в целом, пацаны, здесь реально хорошие комьюнити, то есть хорошие люди, со всеми мы нормально общаемся. Поэтому, кто желает, можете к нам приходить 02. То есть здесь реально, пацаны, с кайфом можно поиграть, то есть нету радаров, то есть все реально хорошо, пацаны. Кто желает, можете приходить к нам на второй сервачок. Мы вас можем принять и в компанию, и в семью. Чем поможем, тем сможем, как бы, может быть, что-то подсказать там и так далее. Поэтому можете приходить к нам на 02 сервачок. Я думаю, всем интересно еще, какой я скилл вкачал за это время. Ну, пацаны, скилл вкачал не очень большой. То есть 18 скилл дальнобойщика, уже скоро будет 19. Ну, как бы, я не особо много катаю. Я в день катаю там по 2-3 часа. Как бы, нету возможности прям катать там очень много. Тем более, я в этом не вижу смысла. Я не хочу прям задротить. Я просто хочу постепенно качать свой скилл дальнобойщика. То есть, я планирую до Нового года вкачать 50 скилл дальнобойщика. Я надеюсь, то, что у меня это получится. На этой неделе я хочу вкачать, ну, хотя бы 25 скилл. На самом деле, мне на 02 очень комфортно играть, реально, я не жалею то, что я перешел на второй сервак, то есть здесь реально хорошие люди, хорошая администрация, никаких проблем у меня за это время не было, то есть реально мне здесь с кайфом играть, и я вас всех приглашаю ко мне. Также хотел бы выразить огромную благодарность тем, кто вводит мой промокод, то есть вы реально красавчики, меня поддерживаете и сами как бы зарабатываете деньги, то есть вам реально большое спасибо, то есть уже почти 100 активаций, пацаны, за неделю, я считаю то, что это очень даже неплохо. Плохо. Последний, кто вводил мой промокод, последние 15 человек, вам просто, пацаны, огромное спасибо. Вы реально просто красавчики. Прям реально от души на душу, так сказать. То есть большое спасибо, кто вводит мой промокод. Вы реально очень сильно мне помогаете. Ну и тем самым, как бы, сами зарабатываете тоже, конечно же, деньги. Ну а на этом я, пацаны, буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте, конечно же, вводить промокод. Приходите на стримы, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Всем спасибо, всем пока-пока.